Хухью Зафёшин или «Веселый автор» — литературный конкурс с таким названием проходит в Улан-Удэ. Сегодня в нем принимает участие уже больше 40 человек. Чтобы к ним присоединиться, нужно написать юмористическое эссе на бурятском языке. Проблемы с бурятским языком сейчас очень явно очерчены в нашем обществе, и поэтому наша семья и круг сподвижников, наши друзья создали центр Мар-Мэндэ. А Мар-Мэндэ уже вовсю поддерживает различные мероприятия, связанные с бурятским языком. Особенно конкурс «Хухью Бурят», которые мы не только поддерживаем, но и стараемся развивать. И в этом году мы в рамках конкурса «Хухью Бурят» хотим провести такое хорошее мероприятие, которое было первый раз опробовано на прошлом конкурсе «Хухью Зафёшин». Самые интересные сочинения опубликуют в газете «Бурятунэн», а лучшие авторы получат денежное вознаграждение. Первое место – 30, второе – 20 и третье – 10 тысяч рублей. Пишут авторы с районов республики. Яравнинский район очень активный, Закаменский район, как всегда, активный. Все наши внештатные авторы, а также все желающие отправляют свои материалы. Отправить свое эссе можно до 15 октября в электронном виде на почту газеты «Бурятунэн». Алевтина Дармаева, Валерия Каратуева и Евгений Павлов. Новости дня.